Приветствую вас, дорогие мои подписчики. С вами Джон Литаржа. И в этом видео я хотел поговорить про одну категорию людей, которые меня очень смешат. Я бы даже сказала, меня это просто умиляет, если честно. Есть такие люди, вот я с разными людьми разговариваю, общаюсь. И есть такие люди, которые почему-то лучше знают, куда мне тратить свои деньги. Я вот получаю зарплату, и мне люди говорят, на твоем месте я бы вот купил то-то, вот это вот, на это купил бы еще что-то, а ты тратишь деньги на всякую фигню. Еще меня очень умиляет такой факт, что вот я получаю инвалидность, но у меня пособие по инвалидности есть, у меня вторая группа. Просто так получилось. И люди, у которых у самих никогда не было инвалидности, начинают говорить, что вот они бы это потратили на лекарства, это на психолога, это на еще что-то. Это вообще смешно. Люди, у которых даже никогда не было инвалидности, думают, что они лучше знают, на что бы они тратили пособие. Это просто смешно. Еще, знаете, я часто прошу донаты. К сожалению, мне мало кто их присылает. И когда я говорю, что мне нужны деньги, люди прямо округляют глаза и удивляются. Тебе нужны деньги? А я им наоборот хочу сказать удивленно. А вы что, святым духом питаетесь, да? И одеваетесь где-нибудь на помойке бесплатно. Так хочется этим людям просто в лицо плюнуть. Потому что удивляются, мол, что мне нужны деньги. Ну, конечно же, они мне нужны. И поэтому я, дорогие мои зрители, хочу, чтобы вы меня поддержали. Ссылку на донат я оставлю в закрепленном комментарии. Буду радовать вас новыми видео. И помните, жить надо по фану.